Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и в предисловии, прежде чем мы с вами продолжим, хотел кое-что сказать. Возможно, вы уже смотрели не одно видео, а может быть и посетили не один сайт с целью того, чтобы найти дешевые лицензионные, какие-то либо проверенные аккаунты, возможно, Steam, может быть, это Uplay, или же Microsoft Store, или какие-то либо другие различные цифровые какие-то магазины, для того, чтобы найти какие-то там дешевые лицензионные игры. Как правило, продается на одном аккаунте одна игра. И цены порой бывают довольно соблазнительные. Однако, к сожалению, как бы не хотелось кого-то либо обзывать, как-то оскорблять или унижать. Большинство даже ютуберов сам лично замечал за множеством контента, который предлагается в интернете, являются продажными. К сожалению, множество разных сайтов являются фальшивыми, а там, где люди пытаются купить аккаунты, в итоге тот аккаунт является либо ворованным, да, либо вам просто никакие данные от него не присылают. Вы платите деньги, а в итоге после этого просто получаете кукиш. И в итоге вам не приходит ни логин, ни пароль, либо же через пару-тройку дней просто-напросто владелец находит этот аккаунт, который у него украли, так сказать, угнали, и в итоге восстанавливает пароль, и все. Собственно, на этом все заканчивается. И сегодня, друзья мои, вашему вниманию я хотел предоставить кое-какой очень проверенный сервис, уже не первый год, с реальными отзывами, реальными продавцами, там, где все полностью является лицензионным, проверенным, и даже если вы захотите какую-то подать жалобу, то гарантированно вы будете услышаны. Без сомнения, все мы с вами желаем знать, куда тратятся наши деньги, и понимать, что тратим мы их не просто так, да, не куда-то либо выбрасываем в помойку, что в итоге какие-то другие люди на нас с вами наживаются, а действительно получаем годный и качественный контент, за который мы с вами платим. И сегодня вашему вниманию будет предоставлен сайт под названием PlatyMarket, там, где вы сможете, перейдя по ссылке в описании под видео, купить не только какие-то либо аккаунты, это возможно для Steam, для App, EA App, так называемый, да, сейчас ныне называется, это Origin, это Uplay и разные другие какие-то либо аккаунты, в том числе огромное количество возможностей даже приобретения лицензионного Microsoft Office, Windows, покупки Discord Nitro, чего в России сейчас делать нельзя, это возможности покупки для Fortnite, допустим, V-Bucks, пополнение, к примеру, Steam аккаунта, Xbox Game Pass Ultimate, это Steam App пополнение, допустим, в рублях, в тенге и в гривнах, возможности пополнения разных каких-то либо других карт, возможности приобретения лицензионных ключей для игр, если все-таки желаете покупать, я бы рекомендовал все-таки рассмотреть вариант приобретения именно лицензионного ключа, а не аккаунта, потому что все-таки это добавлено будет на ваш личный аккаунт какая-то либо игра, и там уже на 100% она у вас точно никуда не денется. Все продавцы являются здесь полностью проверенными. PlatyMarket — это цифровой рынок огромного количества разных товаров, где разные покупатели предлагают свои либо услуги, либо какие-то товары. За что вы можете быть уверены, потому что каждый из продавцов здесь проходит проверку на паспортные данные. Добавляет свои паспортные данные, если вдруг он окажется мошенником, и люди будут обмануты, в итоге можно оставить негативный отзыв, впоследствии ваши жалобы будут рассмотрены, деньги возвращены, а все нарушители будут наказаны, потому что WebMoney, та платформа, через которую продавцы регистрируются, очень пристально следит за, так скажем, бизнес-делами, да, или в которых имеется потом накапливаться постепенно у продавцов бизнес-уровень с каждым годом. Об этом мы сейчас с вами как раз-таки и поговорим. Ну что ж, давайте рассмотрим с вами на примере какой-то либо игры, особенно самой популярной. Конечно, сами мы понимаем, давайте вот хотел, да, сразу заранее подумал перед записью ролика о том, чтобы поговорить, допустим, про The Callisto Protocol. Очень многие люди про нее слышали, знают некое подобие Dead Space, которое вышло у нас с вами буквально вот недавно, да, может быть, в течение одного, там, двух до этого месяца. Являющийся одной из самых популярных игр, однако вместе с этим еще и дорогих. Что нам с вами необходимо, это в разделе «Я ищу» вот здесь ввести желаемую нам с вами игру, либо же просто выбрать ее вот здесь. То есть нажать, соответственно, допустим, на нее справа. Здесь у нас с вами также есть возможность оформления предзаказов. То есть самые популярные ближайшие игры, которые планируются к выходу, например, Atomic Heart, это The Lord of the Rings, Gollum, там и так далее. То есть здесь у нас с вами несколько страниц, Dead Space, соответственно, это у нас с вами ремейк. И там Company of Heroes, даже третий, прикинь, у нас с тобой будет выходить. Да неужели Company of Heroes 3, ты представляешь? Вот это да, вот это надо будет, ребятушки, в такую игру-то поиграть, это невозможно. Вы что, Company of Heroes пропустить, одна из самых моих любимых игр? Первая часть, особенно мне полюбившаяся, это The Last of Us, например, да, самая у нас с вами новая возможность оформления предзаказа. Resident Evil 4, соответственно, и Dead Island 2, и Diablo 4. То есть самые популярные игры, которые как раз-таки будут ожидаться в ближайшее время у нас с вами
течение полугода, да, соответственно, следующего, уже 2023-го. Мы с вами вводим Decalista протокол, например, да, и что мы здесь с вами видим? Decalista протокол, вот у нас с вами она, как только мы с вами вводим, ее нам предлагается к выбору, то есть мы сразу же можем либо нажать на поиск, либо просто выбрать то, что здесь предлагается из списка игр. У нас с вами открывается вот такая вот страница, где мы с вами видим, что предлагается покупки либо ключ, допустим, Xbox Digital Edition, Steam Gift, возможности код Xbox Series XS, Steam Gift Digital Deluxe Edition, допустим, и код Xbox One, услуги. И наш с вами ключевой момент, о котором мы с вами сейчас поговорим, это аккаунты. Он является ключевым, если мы обратим внимание на ценники, то здесь, конечно же, вы увидите какую-то огромную разницу и спросите, а как же так получается, что, допустим, на каких-то ценниках здесь стоимость составляет 4000, где-то 3000, где-то 2500, а, допустим, аккаунты Xbox или аккаунты Steam вообще стоимостью примерно в 100 рублей. Крайне важным, вот о чем я хотел поговорить сейчас с вами, это обращать обязательно внимание на описание каждого товара, прежде чем производить покупку. Сразу вам скажу, во-первых, за невнимательное чтение описания товара сам продавец не несет никакой ответственности. Второй, сервис сам, как PlatyMarket, не несет никакой ответственности. В-третьих, я тоже не несу никакой ответственности, если вы невнимательно читаете какое-то описание товара, и вдруг потом в комментариях будете писать, что что-то у вас не заработало. Также вы сами можете оставлять отзывы. Желаем сейчас вы увидите, как узнать, какой отзыв тот или иной у какого-то продавца, где это посмотреть, и вообще, что и как, от чего и почему. Все постараюсь вам в красках объяснить. Значит, как только мы с вами видим, допустим, категорию аккаунты Steam, либо просто подпись, например, будет в конце аккаунт. Смотрите по цене, если вы знаете, что игра очень популярна и цена у нее довольно низкая, что скорее всего, да, какая-нибудь очень новая игра особенно, и цена у нее низкая, скорее всего, это именно аккаунт. Decalista Protocol Deluxe Edition Steam Offline. Выраженные, выделенные вот такой вот оранжевой рамочкой, это рекомендации лично от самого сервиса нашего с вами PlatyMarket. В самом топе закреплены, как правило, самые топовые и самые крутые, назовем их так, продавцы, да. В данном случае. Продавец рейтинг Unlock Online, например. Я не рекламирую какого-то конкретного продавца, говорю вам в целом просто про всю платформу. Вы имеете полное право выбирать продавца на свое усмотрение. Некоторые предлагают даже онлайн плюс почта, плюс смена данных. Что это значит? То есть, во-первых, это будет стимовский полностью онлайновый аккаунт. Второе, вам дастся почта. Вам дадут почту. И третье, вы можете поменять на нем данные. То есть, как я понимаю, перепривязку сделать аккаунта под свою электронную почту вообще. Но цена у него, конечно, 960 рублей, и ни одной продажи нет. Поэтому здесь кого выбирать, кого нет, выбирайте сами. У каждого продавца здесь на сайте имеется рейтинг. Рейтинг у нас с вами может быть как несколько десятков, так сотен, так и даже тысяч. То есть это вот такое вот зелененькое число. Чем оно выше, тем значит больше всего товаров этот продавец продал, чем больше отзывов он себе получил. Давайте рассмотрим пример. Decalista Protocol Deluxe Edition Steam Offline. Уже ключевой момент — это офлайн. То есть играть вы будете только на офлайновском аккаунте. И перейдем на эту страницу и посмотрим, что нас с вами здесь предлагает продавец. Во-первых, по заявлению продавца написано, что аккаунт является собственностью продавца и получен зарегистрирован легальным путем. Также, что хотелось бы сказать, что никакой ответственности PlatyMarket за проданные товары не несет прежде всего, то есть ответственность несет продавец, а если вдруг вы оказываетесь обманутым, то имейте возможности, как и указано, мы с вами вот здесь чуть пониже, в самом низу, в целях противодействия нарушения авторских прав и всего остального, вот здесь прочитать информацию о том, что вы можете подать жалобу непосредственно самой администрации сайта PlatyMarket. То есть, если вдруг вы что-то заметите, хотя в большинстве случаев, процентов 90-95, настоящие продавцы все проверенные полностью, как правило, даже годами, и проблем никаких у покупателей не возникает. Сотни уже проданных за несколько месяцев ключей, да, лично именно через меня. Я сам честно вам просто признаюсь, что я являюсь как партнером, но при этом за рекламу данного назовем так, сервиса, ни копейки ни от кого не получил. То есть меня никто не нанимал, чтобы я показывал видео, я просто люблю делать контент приятный для вас и вас радовать чем-то полезным и интересным, потому что понимаю, что сейчас это очень актуально, особенно там, где вы встречались с какими-то сервисами, там, где вас обманули. Здесь вас никто не обманет, вы можете за это не волноваться и не переживать. Первое, что стоит сделать, когда вы перейдете на какой-то либо товар, даже прежде чем читать важную какую-то информацию по активации игры и все остальное, это перейти на страницу самого продавца. Unlock Online, например, информация о продавце, его товарах. Так как он сейчас находится онлайн, при нажатии кнопки «Задать вопрос» открывается чат с продавцом, и вы можете задать интересующий вас любой вопрос, который вам интересен. Да, например, по какому-то либо тому или иному товару этого продавца.
прекрасно понимаю, друзья, насколько сегодня очень важно не потерять доверие, да, которое очень тяжело, как правило, завоевать, а потерять можно буквально в пару кликов, пару счетов. То есть, повторюсь еще раз, как, к сожалению, большое количество ютуберов, которых рекламируют какие-то либо сервисы, в большинстве случаев даже не проверяют какие-то либо сайты, им просто предлагают какое-то вознаграждение денежное, они это все показывают, а люди покупают, допустим, какие-то аккаунты, они оказываются угнанными, ворованными, а в итоге ищи-свищи потом, кто эту ответственность будет нести. Ютуберам наплевать, и даже на комментарии на ваши они отвечать вряд ли будут. А вы, в свою очередь, имеете возможность, разумеется, в адекватном формате писать какие-то комментарии, я постараюсь на них ответить. Однако, если какие-то вопросы у вас возникнут, первое, это задать лучше всего, это первое, продавцу, второе, на сам сервис Платимаркет, службу поддержки, и только в третьем случае какие-то вопросы уже тогда задавайте лично в комментариях. Здесь мы с вами видим на странице какого-то продавца Unlook Online, дата его регистрации, то есть 2014 год. Мы понимаем, что продавец зарегистрирован довольно давно, и значит, что он, следовательно, проверен. Всего 116 382 проданных товара, всего 305 возвратов. Это самые последние продажи. Оффлайновый 2077 Киберпанк плюс обновление плюс топ-бонус, например. То, что вот у этого продавца также есть какие-то определенные товары, которые вы можете покупать. В данном случае Киберпанк Xbox One аккаунт предлагается за 450 рублей, а Киберпанк 2077 оффлайновый аккаунт предлагается за 100 рублей. Повторюсь, ключевое слово «оффлайн», что означает то, что играть можно будет только в оффлайновом режиме, и включать онлайн ни в коем случае будет нельзя. 1840 всего положительных отзывов и всего лишь 2 негативных. То есть вы видите, это все настоящие реальные отзывы, которые оставить можно только в случае, если вы что-то покупали, что и доказывает лишний раз о том, что продавец является настоящим и реальным, а не каким-то либо там подкупным, например, что какие-то отзывы якобы кто-то купил. Здесь невозможно оставить отзывы, если вы не производили покупку, потому что это как раз-таки и сделано для борьбы от ботов, от спама и, соответственно, от конкурентов. То есть конкуренты, которые будут просто закидывать кого-то негативными отзывами, чтобы специально у них что-то смотрели. Есть возможность связаться по имейлу, WebMoney-идентификатор, уровень бизнес-уровня и рейтинга, соответственно, на WebMoney-платформе у продавца. То есть вы сможете все просмотреть, прочитать. И самым ключевым моментом является это даже не негативные отзывы, а VM-претензии. Когда человеку выкидывает кто-то в WebMoney-претензии, это очень, как говорится, сильное заявление, ведь за это дело можно не просто быть выкинутым с данной платформы Платимаркет, а еще в том числе получить повестку в суд. Особенно, если человек очень много кого обманывал. Поэтому стоит понимать, что WebMoney ко всему этому относится очень серьезно. Поэтому спустя рукава никто никуда ничего не пропускает. Прочитали отзывы, выбрали, допустим, в данном случае вот данного нашего с вами продавца. 1840 положительных отзывов за 12 месяцев и всего лишь 2 негативных. Ну, понимаем, что продавец явно не мошенник и никого не обманывает. Читаем внимательно описание. Это мгновенная выдача товара сразу после покупки. Самостоятельно настраивайте купленный аккаунт в офлайн-режиме без нашего участия. Получаете возможность пройти полностью игру без риска потери игрового процесса. Возможность скачать игру с нашего аккаунта Steam напрямую, игнорируя торренты и сторонние сайты. То есть в данном случае понимаете, что это полная лицензия, да, без использования каких-то либо торрентов, да, и какие-то либо сторонние пиратские там ПО и так далее. Аккаунт с игрой играми не имеет региональных ограничений, доступно даже в России, что является ключевым моментом. Повторюсь, 100 рублей. Декалистый протокол, игра сейчас с лицензионной ключ, у нее стоит несколько тысяч. Если кто-то желает, конечно, купить ключ, можете купить здесь и ключ. Однако стоит он дорого. Инструкция по активации игры. Здесь у нас с вами указано, что необходимо, куда перейти, что нужно сделать. Важная информация. Один из самых ключевых моментов — полностью все прочитать. То есть, что является именно важной информацией, потому что в данном случае учтите то, что, да, любая невнимательность, как написано, что любое несоблюдение данных правил влечет за собой отказ от обслуживания, без возврата денежных средств за покупку. Это очень важный ключевой момент. Все обязательно стоит прочитать. И аккаунт только для использования в офлайн режиме. Некоторые аккаунты бывают онлайновые и офлайновые. Второй момент. Какие бывают аккаунты? Первый вариант — это полностью пожизненный аккаунт, который вам выдается навсегда, и он никуда не пропадет. То есть это не аренда, а полноценный аккаунт, который остается с вами до конца жизни. Это, как правило, 80-90% продавцов предлагают именно такие варианты. Второй вариант – это временные аккаунты, которые выдаются на какое-то время лишь для прохождения какой-то, допустим, одиночной игры. Такая ситуация была с Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Лицензионные ключи стоят несколько тысяч рублей, а аккаунты можно было купить за 100-200. При этом, кто предлагал аренду, как правило, писали для прохождения только одиночной кампании и все. То есть в данном случае, если вы хотите играть в какие-то либо мультиплеерные игры, я рекомендую купить ключи. Если вы хотите играть только в одиночную игру, то можно купить целиком полный аккаунт.
То есть тут уже выбирайте сами. Также у каждого из продавцов, простите, не у каждого, а у большей части продавцов предлагаются скидки постоянным покупателям именно у этого продавца, накопительные. Например, сумма продажи $50, скидка 5%, $150 – 10%, и $300 – 15%. То есть чем больше вы покупаете у кого-то продавца, вводите сюда свой email, нажимаете скидку, и у вас будет накапливаться скидка. Все как вроде как здорово и прекрасно. Знакомились также с минимальным системным требованием. Любое несоответствие, если у вас слабый комп, в ответственности, сами понимаете, никто кроме вас самих не несет. Читайте отзывы, реальные, настоящие отзывы людей, которые здесь предлагают за положительный отзыв, также предоставляют подарочную карту на сумму 10 рублей. Конечно, немного, но все равно приятно. Некоторые продавцы предлагают даже бонусы в виде каких-то дешевых небольших игр в Стиме. Это тоже классно. Значит, мы все выяснили, и здесь у нас с вами есть пункты. Как правило, особенно с аккаунтами, актуальный. Товар предназначен для игры строго в офлайн режиме. Поставите галочку, что вы с этим ознакомились. Второй аккаунт нельзя использовать для игры через облачные сервисы. Ставите галочки, соответственно, и также ознакомляйтесь с вариантами возможностями оплаты. Многих людей сегодня интересует безопасность оплаты, потому что далеко не каждый человек готов вводить данные своей банковской карты. Разумеется, на данном сервисе предлагается множество вариантов произведения оплаты. Это при помощи API через WebMoney, это при помощи карт банковских, трех вариантов, чуть позже они в разделе «Купить сейчас» будут рассмотрены. Следующий у нас с вами это сам WebMoney, это возможность при помощи enot.io, так называемый аутсорсинговый сервис, при помощи оплаты FreeCassa, Turkish Bank Card, то есть банковская карта Турции, скины Steam, Kiwi, UnionPay, также возможность оплаты при помощи PIX, Bitcoin, Litecoin, то есть даже при помощи криптовалюты можно тоже произвести оплату. WebMoney карта, подарочные карты, это сами бонусы, которые у нас с вами здесь есть. Возможность оплаты при помощи DigiSeller, это USDT, Tether, криптовалюта, привязанная к курсу доллара, Ethereum и SBP. Самый рекомендуемый, наверное, из них это система быстрых платежей, очень многим людям известная. Выбрали, ознакомились, можно добавить в корзину, посмотреть какие-то еще желаемые товары, собственно, заказать то, что вы желаете, и после этого уже приступить к покупкам. Особенно, если хотите купить несколько товаров, набирайте все в корзину и потом оплачивайте. Нажимаем «Купить сейчас». Если у вас есть товар кого-то продавца, можете нажать на эту кнопку и, собственно, произвести покупку. Декалист протокол, Deluxe Edition, Steam Offline. Здесь у нас с вами есть выборы оплат при помощи разных карт. КИС, Азия, ЕУ, европейской карты, рублевая карта, соответственно, это российский банк, русская, украинская, европейская и азиатские карты банковские. Это очень много вариантов, сами, ну, наверное, понимаете. Российские, украинские, казахстанские и Азия карты. То есть у нас с вами очень много вариантов. Казахстан, только исключительно Казахстан вариант есть, да, если у вас именно карта банковская Казахстана, WebMoney, Enot.io, FreeCassa предполагают дополнительные средства возможности произведения оплаты, их очень много. Visa рублевая, MasterCard рублевая, SteamPay, FreeCassa рублевая, USD, онлайн-банк, MIR, Bitcoin, Litecoin, то есть, так скажем, аутсорсинг, так называемый, FreeCassa. Ну и дополнительно, помимо этого, Payer и всего-всего множество, то есть, вы ничем не рискуете. Даже здесь еще смотреть предлагается и Zcash, и Monero, и Wavos, и Ripple, то есть, целая куча разных, у всех продавцов, сразу вам скажу, вот еще добавить. Хочу. У всех продавцов могут быть разные способы оплаты, поэтому не обязательно, что у вас здесь будет все то же самое, что у меня. Впервые встречаю такое огромное количество, множество возможностей произведения разными способами криптовалют оплаты. Обычно встречал с биткоинами, эфириум и, как правило, USDT. Остальные встречал довольно редко. То есть даже вон U-Money есть, Kiwi, все, что вашей душе угодно. Выбираете способ, которым хотите произвести оплату, выбираете количество товаров, 1, 2, или если хотите купить другу или подруге подарок, также вместе, как и себе, выбираете 2, 3, вводите. При выборе, что учитываете обязательно, чтобы заметить, у вас может меняться вот здесь сумма оплаты. То есть вместо 100 рублей стало 110, или 120, или 130 и так далее. Эта сумма меняется в зависимости от того, каким способом оплаты вы собираетесь производить эту самую оплату. То есть самый рекомендуемый, конечно, это СБП, система быстрых платежей. То есть это моментальный перевод и, как правило, без комиссии. В данном случае некоторые способы оплаты могут взимать комиссию. Это стоит учитывать, что сумма может измениться. После этого нажимаете «Оплатить», вы переходите на страницу с данными для ввода оплаты. Если криптовалюта, соответственно, переведите с такого-то кошелька, да, со своего на такой-то, такую-то сумму, и в итоге, когда происходит подтверждение сети, биткоин или эфириум, после этого, соответственно, производите оплату, и у вас будет открыта страница, допустим, либо с ключом, либо с данными какими-то, которые в описании товара необходимо будет какие-то, может быть, допустим, предоставить там продавцу и так далее.
сделайте все как положено по правилам, и после этого у вас все будет работать. Повторюсь, данный сайт является полностью проверенным. Ребят, верить вам или не верить, вы решаете сами. Однако я ничуть не сомневаюсь, что вы ничуть не пожалеете, если действительно решитесь произвести покупку, тем более, что за 100 рублей купить аккаунт и потом убедиться, что все прекрасно работает, реально здорово, Юранг, спасибо. Очень надеюсь, что действительно смогу вас обрадовать. А на этом пока что все. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Это огромное количество гайдов, летсплеев. Всего крутого сможете найти у меня на канале. В действительности, повторюсь, ребят, что сегодня, к сожалению, в наше время доверие завоевать очень сложно. А потерять его можно буквально в пару счетов. Огромное количество людей на данные гайды, к несчастью, не оставляют комментариев положительных, и вместе с этим много людей закидывают их дизлайками по причине того, что, как правило, это делают конкуренты. И поэтому, как бы кто бы что бы ни ругал, ребят, данный сайт, повторюсь, является полностью проверенным. Жалобы можно отправлять как самому продавцу, свои предъявления, так и в Платимаркет в случае чего-либо. И в том числе даже до WebMoney может все это дело дойти, что продавца могут заблокировать за какие-то неправомерные действия. Поэтому вы можете не переживать и быть уверенным, что никуда ничего не пропадет и не исчезнет. С вами был Ашуранг, до новых встреч, спасибо за внимание, скоро увидимся, не переключайтесь, и будет очень-очень классно, здорово, круто и интересно. До новых встреч, не переключайтесь и пока-пока, ребятушки, скоро увидимся.